А чем от тебя так пахнет сладко? Я на кондитерской фабрике работаю. А, тогда все ясно. Ой. Можно у вас ведерочко набрать? А то у нас во всем общежитии не в одиночке. Можно тебя поцеловать? Целую, если охота. Я ведь не отказываюсь жениться. Оль, ты нужен. Живот скоро на нос полезет, да она еще кочевряжется. Я теперь, извините, любви стала осторожная, чтобы опять не влопаться. Сладкая комедия с любимой актрисой. Ну просто пальчики оближешь. Великая Наталья Гундарева в фильме «Сладкая женщина». Сегодня кино после 7 на ОТС.